Он американский рэпер, продюсер и предприниматель. Он очень успешный хип-хоп-исполнитель. Его состояние оценивается в 550 миллионов долларов. Это Джей-Зи и его 10 правил успеха. Мой совет — просто делайте то, что откликается в вас. Большая часть того, чем занимался я, связана с жаждой творчества. Рокавьер производит одежду, которая отражает меня. Мое отношение к хип-хопу, мою жизненную позицию. В детстве я обожал спорт. Мы все тогда жили спортом. Поэтому я создаю вещи, которые будут удобны прежде всего. И мне нравится это дело. Так что мой совет — занимайтесь тем, что по-настоящему любите. Будьте честны с собой и делайте то, что соответствует вашим стандартам и убеждениям. Думаю, тут очень важная вещь, которую уже упоминал Уоррен — дисциплина. И важно ее придерживаться. Ведь музыка сродни игры на бирже. И сила момента имеет здесь большое значение. Сейчас ценится классное электронное звучание, потом автотюн, потом что-то еще. Новое и захватывающее. И люди склонны распыляться на все это модное и манящее, а не оставаться верным себе. Они забывают, кто они, что для них важно, и попадаются в одноразовые модные фишки. Для меня же важно всегда соблюдать дисциплину и оставаться собой. Но если я прихожу на студию и понимаю, что что-то из этого меня по-настоящему цепляет, и найдутся люди, которые смогут меня понять, я делаю это. Не ради однодневной популярности, а потому что сейчас я так чувствую. Так вижу мир. Так что не забывайте о дисциплине и оставайтесь верны себе. Меня вдохновляет сама жизнь и все, что с ней связано. Сейчас ты можешь сказать что-нибудь, и это вдохновит меня на песню или еще на что-то. На мост Кингс меня вдохновила работа Жана Мишеля Баскин. Ну знаете, тот рисунок, где он еще подписал, большинство молодых королей обыкновенно лишается головы. Я увидел его и подумал, это сильно. Одна эта фраза заслуживает песни. Песня так и начинается, вдохновленный Баски. «Моя колесница в огне, каждый сделал выстрел, увы». Выстрел по мне. Я устал. Собери меня и сломай меня, чтобы снова собрать. Типа, Хофф, возвращайся, пришло время тебя убивать. Здесь и любовь, и ненависть. Неизменные спутники успеха. Это совокупность. Но люди часто обманываются, ставят знак равенства. Точно. Между деньгами и счастьем. Но это не так. Типа счастье в деньгах? Да, типа того. Конечно, они могут способствовать твоему счастью, но эти понятия неравнозначны. Вырос ли твой уровень счастья с ростом банковского счета? Нет, в том-то и дело. Здесь нет прямой связи. Здесь нет прямой связи. Да, они дают тебе свободу и помогают попасть туда, где ты можешь улыбаться, просто смотря на закат. В общем, делай то, что тебе нравится, но в то же время есть огромное количество людей с кучей денег, которые при этом счастливыми себя не чувствуют. Они как бы становятся заложниками своих денег. Или же их настолько поглощает процесс зарабатывания денег, что они не оставляют себе времени для счастья. А в жизни важен бизнес, и тебе необходимо его найти. Необходимо разграничить время на работу и время на отдых. А если ты не умеешь этого делать, то и не сможешь жить в балансе. Мне бы, конечно, хотелось сказать, что мы были гениями и сходу решили основать свою собственную компанию. Но все было не так. Мы выходили на всевозможные лейблы, но никто из них не хотел с нами работать. Но что действительно можно назвать гениальным, так это то, что мы не сдались. Мы не согласились с их мнением, сказав себе «Да что они понимают?» и продолжили бороться. Думаю, это и было гениально. Мы начали сами продавать свои CD, и о нас начали узнавать. И вскоре звукозаписывающие компании сами стали искать с нами встреч, и это были уже совсем другие переговоры. Мы смогли отстоять свою независимость, и в итоге все обернулось для нас лучшим образом. Не надо замыкаться на одном и том же. В рэп-музыке вообще главное разнообразие. Это как сравнить, что ты носишь все от Nike, а на ногах у тебя Adidas. Каждый вносит свой вклад. Раньше у нас были Tribe, Ice Cube, Public Enemy, Digital Underground в то же время появлялись. И там было столько всего.
Но несмотря на то, что у каждого был свой подход и звучание, все это была отличная музыка. Я не говорю «автотюн кошмар» и все такое. Мне самому нравятся некоторые песни с использованием автотюна. Но когда все поддаются этому повальному увлечению и пытаются в точности повторить то, что они где-то услышали... Народ, я уже слышал это у T-Pain. Было круто. Но я не хочу слышать это сотню раз от сотни разных артистов. Я хочу что-то новое. Мы должны отыскать в себе особый талант, а затем сделать все, чтобы развить его. Вспомните парня по имени Эрл Мэниголд, которого считали даже лучше Майкла Джордана. Но он не попал в лигу, он все променял на героин. Вмешались обстоятельства. Найдите свой особый талант и поверьте в него настолько сильно, насколько это возможно. Потому что люди будут разубеждать вас и вымещать на вас свои неудачи. Помню, как я пришел к своему дяде, и у меня с собой была моя первая пленка. Первая демозапись. Я так ей радовался, и я поставил ее ему. Он послушал и сказал мне следующее. «Чувак, боюсь, тебе никогда не стать лучше LL Cool J». Нет, я знаю, что он меня любит и не держу на него зла. Но думаю, было в его жизни что-то такое, когда он пытался достичь своей мечты, но у него не вышло. И так он выместил это на мне. Поэтому даже общаясь с близкими людьми, с теми, кто вас любит, вы должны настолько верить в свой талант, чтобы не обращать внимания на чужие слова. Поверьте в него, и никому не позволяйте вымещать на вас свои неудачи и свою неуверенность. Он утвердил меня в мысли, что инстинкты играют важнейшую роль в бизнесе. Я никогда не посещал никаких бизнес-школ, не следовал... всяким пошаговым руководством и так далее и тому подобное. Я просто следовал своим инстинктам и убедился, что инстинкты очень важны для бизнеса. Мне нравится сотрудничать. Ты предлагаешь лучшее, что есть у тебя, они предлагают лучшее, что есть у них. При этом вы не крадете идеи друг друга. Вы делитесь ими, а затем накладываете их друг на друга и смотрите, что из этого выйдет. Я обожаю этот момент создания. И знаете, я не верю в такое отношение к музыке. Это рок, это блюз, этот чувак должен делать это, а этот вот то. Для меня есть хорошая и плохая музыка. Я верю только в это. И я вношу свой вклад и позволяю Богу, Вселенной, решать, что выйдет из этого дальше. И в итоге все получается. Я решил запустить стипендиальную программу Шона Картера, обратив внимание, насколько все плохо с образованием в нашем районе. И еще я хотел показать его жителям, что даже став успешным, ты не забываешь о них. Что ты все тот же парень из 5C, из 534-й, а не какой-то чувак из коробки, которого ты видишь лишь на концертах и по ТВ. Потому что большинство из тех, с кем мы росли и кто смог добиться успеха, больше туда не возвращались. И никто не мог их спросить, как дела, чувак, как ты этого достиг? Никакого элемента наставничества, чтобы помочь кому-то, показать, научить. Так что я решил начать со школы, ведь образование — это ключ. Да, это ключ. Большое спасибо за просмотр. Я сделал это видео по вашим многочисленным просьбам, так что если есть известный предприниматель, выпуска которым вам хотелось бы увидеть, пишите об этом в комментариях и посмотрим, что можно сделать. Пишите, какое из правил Jay-Z зацепило вас больше всего. Оставляйте свои комментарии и приводите понравившиеся цитаты. Еще раз спасибо за просмотр. Продолжайте верить в себя и скоро увидимся.